Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами обзор скинов, которые нам добавили в обнове. Но это, конечно, такое, знаете. Ну, все равно, хоть посмотрим. Наконец-то ты раздуплилась. Что-то Нокс вообще ни о чем. Так, ну что, у меня есть вот такая вот командорка. Вот так вот она выглядит. В принципе, выглядит довольно-таки интересно. Это скин на нее. Раньше сюда нельзя было ничего поставить. Сейчас мы даже и второй талант качнем. И посмотрим. Вот, смотрите, просто читерство. Админ панелька, ребят. Всем бы такое. Хочешь такую, знаете, хочешь такую удачу, ставь лайк, и она к тебе придет. Так, ну что, вот такая вот командорка. Я уже не раз показывал, где ее использовать, что и как. Сейчас мы посмотрим. Давайте уберем скин. Это обычный скин, ее обычное состояние, чтобы видели разницу. Ух ты, еще и притормаживает. То есть вот так вот она бьет. Ничего, скажем так, особенного вроде и нет. То есть мы привыкли к тому, что она была какая-то такая морская. А сейчас увидите, как она будет бить. Вот так вот. Чтобы вам еще раз было видно. Но базу шатает очень-очень неплохо. 73, 70, 80. Ну, вот так вот. 88, практически 100%. Это была у нас командорка. Командора помидора. Такая вот сборка. Теперь ставим. Ну, СО — это второй талант, который я показывал. То есть это вот идеальный вариант. Вот второй скин новый. Поехали посмотрим, как он будет выглядеть. Прорисовка, в принципе, интересна, тематика пиратства. Вот, смотрите. Ну, не знаю, мне, честно говоря, как-то, ну, так, средненько. Но, с одной стороны, тоже интересно, как бы, анимашка такая. В принципе, под ее тематику, она все-таки, как бы, морская, типа, ну, относится к морскому пирату, что-то типа этого. Вот такие, блин, ну, что-что, вот, анимашки они делать умеют. Ну, не всем, конечно, героям. Посмотрите, вроде типа якоря. Как нам космо помогает в данной ситуации? Вообще просто чудесно. Супер, чуть-чуть дальше заходим. 87% базы одним героем. А вот вам СО, второй вариант, который я показывал уже не один раз. Да, урона меньше, но 87%, ребят. Это вам не хухры-мухры. Такс, ну что вы скажете, напишите в комментах по поводу этого, как вам такой скин. Ну, в принципе, вроде как и неплохо. В любом случае, ей второй скин нужен был, все ждали этого скина, и он вышел. Вот так он выглядит, не знаю. Пишите в комментах, что вы думаете. Поехали посмотрим на второй скин. Так, свалено, надо свалено, кстати, дособирать. Второй скин Хрона я вам покажу не на своем аккаунте, а на аккаунте подписчика, которому я сегодня... Это победитель прошлой еженедельки.
Видосик вы увидите завтра уже утром. Обалденнейший роллинг, самый крутой, наверное, роллинг с последних, которые были, не на моем аккаунте. Ну, понятно, мой роллинг там, когда я выбивал свали на себе, то мега имбище, вы там можете пару серий посмотреть. А это именно жесткий роллинг по недостающим героям. Короче, просто обалдеть. А вот так вот выглядит скин на хранителя. Вот так вот. И честно скажу, мне он очень понравился. Вот реально в тематику вот этого вот фона очень обалденно смотрится. Давайте сейчас. Да, надо срочно менять. Я тут натащил ему всего. Вот теперь нормальными прокачками. Итак. Это вот у нас был вот такой вот старый скин. Ай, уровень прорыва. Нафига мне ваш уровень прорыва? Вот без скина, вот просто старый. Даже у него еще не докачанный. Вот так он выглядел. То есть, скажем так. Так, а что это? У нас стрелок так зафигачил. Он зайдет на аккаунт, просто офигеет с того, что на аккаунте делается. Смотрите, даже включиться не можем. Что за фигня? Хоть на подземках включимся. Вот так вот он выглядит. И посмотрите внимательно на тень. Ну, то есть такое, типа эльфа какого-то, да, там. Что-то типа такого, в таком типа плане. Фея, короче. А теперь посмотрим, как же выглядит обалденнейший. Ну, мне он очень понравился. Не знаю, как вам, напишите тоже в комментах. Ну, я уже говорил, что за скины эти, ну, реально, нафиг оно надо, вторые прокачки эти. А вот так вот выглядит, ребятушки, новый скин. Смотрите. Ну, чё, как вам? Со смертушкой посмотрите, как четко смотрится. А теперь посмотрите на тень. Как по мне, реально, очень обалденно смотрятся они. Посмотрите на это. Кайф. Сейчас еще разок посмотрю на зарядку, как он заряженный смотрится. Ну, блин, нереально круто. Видите, типа такие эти появляются крылышки. Это типа так он включенный. Ну, не знаю. Смотрится очень круто. Давайте попробуем это на какой-то. Кошмарке. Вот посмотрите. Над ними такие крылышки синенькие. Ну, мне этот скин больше понравился. Конечно, Командора тоже прикольно смотрится. Но, блин, тут скин как-то более такой интересный. И в тематику под фон вообще обалденно. Ну, честно говоря, по сравнению с тем, сколько багов, сколько всего эта обнова принесла, эти скины, знаете, это так, чисто развлечение. Короче, такие вот дела, ребятушки. Побежали обратно на английский сервер.
Так, ну тут, блин, тут такие плюхи мне нафиг не нужны. Вот этот можно будет собрать, попробовать словить. Все, пишите комменты, пишите, что вы думаете по поводу скинов. Всем удачи, всем пока.